телезрители, приветствую вас в моем гараже, в офисе. Вот у меня тут такой красивый уголочек офисный. И новости-то плохие, майнинг-то умер совсем. Вернее, он не умер, а стал вообще неликвидным. А неликвидным он стал в связи с падением, блокировкой этой валюты, в общем, везде, где только можно. В общем, майнинг падает. А как я только собирал эту систему, она у меня выдавала где-то около $300 в месяц. Сейчас получается, что она дает там максимум, может быть, $50-60 в месяц. А на электроэнергию у меня уходит примерно для этой майнинг-фермы порядка $100 в месяц. Ну, и это с учетом того, что у меня по 6 часов примерно каждый день эта майнинг-ферма всегда потребляет только электроэнергию солнечную. Вот. Засим, поскольку я переехал в отдельную мастерскую, отдельную от гаража моего домашнего, я решил перевести эту майнинг-ферму сюда, поскольку я здесь плачу дополнительные $100 за электроэнергию и воду. И электроэнергия и вода никак не считается, поскольку в этом гараже никаких счетчиков не стоит и стоять не может, хотя мы это дело обсуждали с хозяином, и он сказал, сам ему предлагал установить счетчики и водосчетчики, и потом выяснилось то, что в принципе я это сделать не смогу, вернее даже если это я смогу, а у меня Wi-Fi роутер и роутер стоит на чердаке в самом доме, там, где живет другой тенант, то есть он снимает весь дом, а я здесь снимаю за $1000 этот гараж и плюс $100 дополнительно плачу за вот эти вот утилиты. Поскольку я решил, я буду просто так деньги $100 платить, надо их хотя бы как-то возвращать немножечко. Я буду возвращать хотя бы там, $50 с помощью этой майнинг-фермы, а-ля также он будет являться здесь хитрым, поскольку скоро здесь будет наступать холода, здесь никакого обогревателя, конечно же, не предусмотрено. И эта майнинг-ферма будет служить, конечно же, как небольшой костер для данного помещения. Так что сейчас я его сюда, здесь установлю, запущу. У меня в итоге майнинг ферма установлена у меня в офисе, в гаражном офисе, за который я плачу в месяц за утилиты $100, за сам гараж я уже, как говорил, плачу $1000. И я здесь, конечно же, не использую электричество и воду на $100, поэтому я решил притащить сюда свою майнинг ферму и поставить ее здесь, чтобы холодное время года она отапливала здесь мне помещение, поскольку ест она примерно 672 ватта и примерно в сутки ест 15,3 киловатт часов. Сейчас я более точно вам покажу, сколько она ест. Вот здесь вот у меня указано 623 ватта сейчас она потребляет. И энергия примерно в сутки 15,31. Молотит он из этого времени 23 часа 50 минут, по крайней мере, считается вот этим вот устройством, которое можно удаленно включить, выключить. В принципе, если я замечаю, что у меня идет просадка по потреблению электроэнергии, я, значит, понимаю, что у меня потребление, вернее, майнинг-ферма работает, то есть она зависла, либо что-то с ней произошло. Как правило, если она провисает на 150-200 ватт потребление, то значит она повисла. Что же касается доходности. Доходность крайне низкая,
она пала ниже всяких там предсказаний и прочих таких вещей. В общем, все очень грустно. Я могу констатировать факт, что майнинг сам по себе сдох. Смотрим. Сейчас у меня ежедневная прибыль $2.43. Еженедельная $17. И ежемесячная $72. Иногда эта сумма падает где-то до 65, даже иногда до 50 сейчас долларов. Тем не менее, я как бы держу ее для того, чтобы она отапливала мне помещение. Черт бы с ним. И как-то так. В общем, майнинг сдох. По крайней мере, точно в Калифорнии его здесь использовать нельзя. Если же, ну, или же так, как я его и сейчас использую. Получается, я сейчас просто тупо ворую электроэнергию у своего лендлорда, который в итоге будет за нее платить. На текущий момент я сделал прямо подсчет со своего кабинета с сайта bitgo.com. У меня пришел доход сугубо от этой майнинг-фермы. Если считать только сугубо в долларовом эквиваленте, то это будет $1223 и сколько-то там центов. По крайней мере, я здесь все посчитал свои приходы, которые шли с кошелька NiceHash. И, собственно, получилось 1223. Дополнительно я там майнил другие валюты, но что-то с ними вообще не срослось. Так что такая вот сумма, $1223. Что касается солнечных панелей, которые установлены у меня дома, они сейчас питают мой просто компьютер, вот эти два монитора и вон там вот системный блок. В общем, вся вот эта вот электроника, которая здесь находится, она, в принципе, питается только от солнечных аккумуляторов и от солнечных панелей. Солнечные аккумуляторы. Вот так вот сказал. Всем большое спасибо за внимание. Я думаю, всем, кто посмотрел это видео, понравилось. Ставим большой палец вверх. Всех целую. Пока. The new sound of the 80s. Suddenly you hear it everywhere. It's all beat and all talk. It tells you a story and makes you want to dance. Steve